нашей точки зрения, чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, наверное, тем скорее и в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать. А заканчивать это необходимо исключительно, если мы будем наблюдать прекращение попыток, даже не попыток, а такой настойчивой упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами.